Да, Макс, давай пробуй отсюда. Вай, вай, вай. Он меня застрелил. А? Ну я старался накопать еще. Так, друзья, всем привет. Приехали мы в карьер. В этом карьере мы были, снимали Новый год. Вот здесь вот по ссылочке можете пройти, посмотреть в зимний период. И вот именно на этой горке мы тоже катались. Сейчас что у нас получилось? Я первый попробовал прокатнуться. Думал, легко, подъехал, первое понижено. Не блокировал дифференциал, ничего не делал. Смотрю, не хотит. Странно, думаю. Попробовал заблокировать дифференциал, тоже не едет. Пока не взял где-то 1,5 метра разгона, только после этого я заехал. Сейчас тут получается автомобили у нас сильно вывешиваются, а после Максима, я думаю, вообще тут никто не сможет заехать. Накопаем, то есть снос будет сносить вправо. Да, давай, бери, нормально, Макс. То есть вот сейчас где-то 1,5 метра тоже больше разгона взял. И развесовочка у нас получается. Вот. И все, видите, сильнее и сильнее стаскивает у нас вправо. Сегодня у нас Isuzu автомат. Мой Niva's. У нас есть оранжевый Niva's. Тоже уже в моих видео мелькал. Задняя 100% блокировка. Самоблок, да, сейчас мы, вот, дастеры, все, Макс, отъезжай пока, Макс. Так, продолжение вот этого Niva's будет интересно. Большие колеса, лифт, занижение, 100% блокировка и самоблок. Ну и посмотрим, как едет. Ну и Александр у нас на Патриоте был, у него поджерик подпропадовал. Сейчас скажу, поехали, поехали. Вот, стоп, все, отсюда, да, стартовали. Где же? Сань, он же пустой, да? Ну, пробуй. Вот заметьте, как Isuzu стартует. Здесь идет развесовка. Уже я не уверен, что я сюда заеду. Вообще не уверен. Только с хорошим, наверное, разгоном получится. Так вот, человек продал свой иностранный автомобиль. Вот. Начались проблемы. Перешел на Патриот. Ну, давайте посмотрим, как это для интереса. Видно, что на пониженный заезжает. Обороты очень-очень слабо набирает. Бери больше разгон, Сань. Давай отсюда пробуй, накатай. Давай, давай, давай. Нет, смотрите, как сложно. Сань, а дифференциал что, заблокировал? Все нормально, да? Потому что тебя, когда развешивается, вообще не едет. Вообще не едет? Нет. А ты на пониженной, да? Сейчас. А попробуй на повышенной. На повышенной он не тянет. Потому что очень сильный оборот и разгона ни хрена нет. Что ты, будешь пробовать на повышенной? Да, да. Вот прямо отсюда на повышенной пробуй. Давайте смотрим. Повышенная. Не, не хватит, все, сдох. Да. Да, да, да. Ладно, в сторону. Ну, давай, сразу 2 метра, да. Пробуй. Дастер 1,6. Бодрее, бодрее трогается из всех автомобилей. Вот она, счастье. Дастер 1,6. Красавчик. Ба-бам. Шевроле травился? Нет. Сзади самоблок, да? Поехали. Так, я тебе скажу, езжай, 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 езжай. Стоп.
Давай, как все? Не как Дастер. Вот все равно, вот сейчас у автомобиля самоблок, и видно, что даже когда в диагональ встает, задние колеса маслают нормально. Ты на пониженной? Да. Давай дальше, отъезжай 2 метра. Ну, это сложно. О, отлично. Давай. Сейчас самоблок у тебя не сработал. Хотел, но преднатяга не хватило. Давай. Да, не хватает преднатяга, смотрите. А ты заблокированный? Да. Ну, понял. Ну, бери больше разгон. Давай, на. Вот так, все, хорош. Ну, тут 3 метра, наверное. Давай, про, поехали. Нет, ребята, нет, 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 нет. Так, сейчас попробуем новую Ниму. Сейчас познакомимся. У нас новый товарищ в нашем коллективе приехал попробовать свой автомобиль. Итак, знакомьтесь, у нас новый товарищ. Всем Андрей. Привет, да. Да, здрасте. Новая Нивас. Коротыш, смотрится вообще офигенно. Серия Black, да? Да, серия Black Edition. Черные потолки, новые панели уже. И пробег у тебя что? Пробег 6300. 6300 уже. Вот да, человек. Немножко они тоже. Ну, такой, ну да, сидушечки я посидел удобные. Ладно, человек приехал попробовать. Автомобиль вообще в стоке. Стандартная установлена резина. Первая пониженная. Дифференциал что-то заблокировал? Да, заблокировал. Давай, не стесняйся. Газ, пол. Пробуй. В принципе, неплохо показало, согласитесь, даже в стоке. Так, давай сразу 2 метра отъезжай, 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 отъезжай. Так, ага, нормально. О, у нас вот, ну да, тут все, пробуй, пробуй, пробуй. Вывешивается, и видите, ход теряет автомобиль. Возьми побольше. Колесо. Да, это называется, когда автомобиль развесовка идет, свободные колеса начинают крутиться, а на чем стоят колеса, они не крутятся, теряешь ход. Давай, пробуй. Тебе просто перескочить надо. Все, нет, 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 нет. Все, отъезжай. Отъезжай пока. Ну давай рассказывай про 100% блокировку. Сколько уже проехал на ней? Ну, 1005. 1000, может, 1500. Ну и какие эффекты от 100% блокировки? Да пока особо нигде не нашли. По диагоналкам хорошо. По диагоналкам. Впереди да. У тебя самоблок все рабочий, живой же, да? Да вроде пока буксует. Да. И занижение, напомни там, что у тебя. Занижение, а что у меня? 3 к 1 раздатка и коробка 4,47. Ясно. Сейчас ты стравленный? 0,9. 0,9. Но по этим колесам, ребята, вообще не видно. А вообще не видно. Жесткие. Резина, что у тебя? Форвард Сафари, да, 500. Ну давай, пробуй. На первой, как ты поедешь-то? Первый пониженный, заблокированный. Давай, покатились, пробуем, смотрим. Ну давай, посмотрим. Нет, то, что сзади два крутят, да, видно. Наверху. Нет, надо, давай скорость больше набирай. Конечно, это уже мини-трактор, минимальные обороты. Тянуть будет в любом случае. То есть тут даже независимо от движка, а то, что от ходовки, он будет вытягивать. Ну да, интересно.
конечно, бешеного человека. Не, вот сейчас он правильно, видишь, сюда затаскивает. Не, он сейчас яму зароет, наоборот, Лех. Да нет, тут уже, мне кажется, я не знаю, кто заедет сюда. На первой понижено сильно? Пробуксовывает? Как оказалось, у него хабы просто не включились, поэтому потом он немножко резко тронулся. Шестеренки встали и все нормально. Бля, тяжело, тяжело. Нет, ребят, ну видите, прям сложно. Толь, все, наверное, хорош, да? Кстати, для них хорошее упражнение. Неплохо, да, с разворота заезжать сюда. Сейчас попробую. Да. Ты куда? Правее, левей? Правее. Правее, правее, а то впереди. Нет, может, сюда поедем, в яму, накатай. Пробу накатаем и проедем. Давай, давай, пока есть, есть. Ага, ну, еще. Левее выкрути. Во-во-во-во. Так, спускайся, спускайся. Ага. Да. Ну, в этом случае, да. Не зря деньги вложены. Так, у нас новое упражнение. Смотрите. Поворот налево. Налево. Развесовка идет. Подъем на, это называется ПГС, песчано-гравийная смесь у нас. Ну, то есть песок, мелкая галька. Давай ходом, ходом, ходом. Ага, притонул. Притонул. Пробуй так, давай. Все, прямо давай. Так, еще подъем, сразу подъем. Не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Сможет ли он за... Ты же на пониженной, Жень? Нет. Да. Пониженная? Тут не, ни хера не пониженная. Не пониженная? Какая пониженная? Я думаю, че она? Ты что, давай пониженная. Я думаю, как он так едет? Ну, у тебя прям уклон. Ну. Сейчас пониженную? Да. Давай, поехали. Что-то не то, Жень. Ну все, разобрались. Сейчас пониженную. Женя, сюда, давай, давай, левей. Стоп, 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 назад, назад. Еще, еще, еще. Все, давай. Стоп, 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 стоп. Назад. Назад, назад. И здесь газ не сбрасывай. Давай, не сбрасывай газ. Давай, давай, давай. Стоп, назад, назад, назад. Так, ну сейчас что получилось? Ну, как сами понимаете, конкретное диагональное вывешивание. Пример. Вот это колесо стоит. Колесо висит. Колесо зажато. И колесо висит. То есть
Вот так вот колеса уперты, эти легкие крутятся. И независимо от того, что вы будете блокировать дифференциал, не будете, автомобиль, к сожалению, в данном случае не едет. Будем спасать. Так, что мы порешали? Сейчас попробуем его столкнуть назад. Все, получилось, получилось. Молодцы, ребята. Русский дух не пропьешь. Давай, 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 давай. Все, пошла, пошла, отлично. Газу, газу, газу. Молодец. Опачки. Опять у него диагоналка. Самоблок обычный, особо не работает. Ой, накопал. Заднее колесо уперлось. Я побоялся за бампер, остановился. Бля. Не, можно. На дерюшке не попадает, вчера переживает. Колесо какое у меня вывешено? Вот это. Нет, то заклиненное в этот. Опять. Ребят, вот что хотел сказать. Смотрите, вот по поводу 215 резины. Вот видите, колесо, арка заблокировала. То есть не дает крутиться колесу, просто-напросто, видите? То есть и 205 резину ставить будет идеально. А вот 215 вот именно вот так происходит. Видите, прижало, оно его не крутит. И все. Если бы колесо крутилось, то было бы вероятность выезда. А так нет. Техпомощь. Че, под какие колеса? Не, ну попробуй, так, ты можешь. Ее... Назад освободить. Надо стягивать. Да. Главное только не прыгать, как на одной ниме уже попрыгали. Не, ну что, там прыгать на ней. Не, так уже резко все. Может, ну, эту крючочек крутить? Волшебный. Волшебный. Да нет, я думаю, надо назад ее чуть-чуть дернуть, чтобы она встала на колеса. Сейчас мы что пробуем? Сейчас цепляем назад, чуть-чуть оттаскиваем, отцепляемся. И я пробую ходом уже этот участок пройти. И сел на пороге. А между прочим, у Дастера лонжероны намного ниже, чем вот что зимой по горкам ездим, он садится именно на лонжероны. И все. Пойдем. Давайте попробуем назад. Подожди, подожди. Вы ее снизу поднимаете, наверное. Отлично, 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 отлично. Опять грузовик. А сказал, что сделает. А это не его. Его. Да, его. Вот это твой. 1000 рублей. Рено. Второй раз ему уже достаем. Да ты че? На, вон зацепил. Лёх, а сколько стоит? Нет, скажи, сколько стоит? Не знаю, я не покупал. Это родные? Понятно. У меня от Нивы есть, я тебе дам, если что, резиновые. Хорошие, не отрываются. Давай. Трак можно повесить. Лёх, ходом, ходом, давай, жми, жми. Так, дальше, дальше, дальше. Бах. Давай. Отлично, все. Молодец. Ну давай пробуем. Первая понижена. Дифференциал не блокируем. Обалдеть. Стоп! Не надо, не надо, не надо, не надо, стой! Закопаешься. Назад, назад. Давай, 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 больше. Все, оттуда поехали. Стоп, назад, назад. Сейчас дифференциал блокируй.
Заблокировал? Давай, газу, газу, газу! Стоп, стоп, назад! Давай, давай, стоп, 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 все, 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 давай, пробуй! Вот установлена родная резина Pirelli 185. Как видите, в принципе-то неплохо едет. Во-первых, человек купил недавно, не вас, ну и практики. Практику приехал набивать. Только когда будешь ездить, тогда... Отлично. Давай, давай, все, газу, газу, газу! Молодец, молодец! Все, молодец! Так, сразу заблокированный. Все-таки длинная Нива подлиннее и вывешивается поинтереснее. Думаю, еще раз попробовать. Бери разгон, спускайся. Вообще задняя ось сместилась. Лучше назад долби. Давай, давай еще назад. Или газ, прям полностью спускайся. Да, полностью. Все, сел. Все. Все. Так, стянули. Поехали. Небольшой ход. Блин, смотри. Не получается, не получается. Патриот уже он догорает, там стоит. Я предложу, говорю, у тебя соляр перегорит, и здесь. Так, сейчас без поворота получается у нас. Давай, поехали! Ну, что-то не туда поехал. Ну, должна, 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 должна. Да смотри, что. Все, 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 давай, 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 не тормози. Молодец. Так, смотрим Исудзу. Вот здесь тоже база длинная. Сейчас посмотрим. Вот здесь я вывесился. Но нет. Или накатали, стало попроще. Чё-то как-то легко все стало, а? Чем кондиционер, смотрите, здесь уже кондиционер не то, что у меня там чпоньк, наверное, да? Да, все, положение включил. Посмотрим, как кондиционер работает. Ну, мне нравится. Вот как хотите.
Ну, единственное, смотрите, трехдверка. Трехдверка, места нету сзади. Посмотрите, видите, места нету, да? Подголовники. Колею поехали, такая колея. И багажника, видите, тоже мало. Багажника нету. Сейчас приеду. Так, я смотрю, у тебя пыль в салон летит. Вот она, резинка, но она приклеена, это изначально. Но ее нужно убрать. Вот так вот убираешь ее, видишь, она у тебя приклеена. Угу. Вот. Вот это убирается. Она не нужна, чтобы была клеена. И почему завода не ставит фильтра? Вот. Вот место, смотрите, паз. Вот этот паз, сюда ставится фильтр. В магазинах уже продается. Я ставил, но у меня там дополнял уплотнители. Заедьте в магазин, десятку вот у нас в городе есть. 200 рублей цена. Поставь, колготки натяни, вот эту штуку одень. Пыль не будет лететь на радиаторе, уже будет поинтереснее. Салон будет у тебя чистый. Ясно, спасибо. Да, так что, колготки, ребята, обязательно дальше можно. Колготки, я думаю, обязательно. Без них Нива не едет. Итак, у нас болото. Будем оправдывать автомобиль. С хорошими колесами, с блокировками. Че ты, как у тебя? Планы какие? Да я не знаю, думаю, или потихонечку, да? Жахнуть. Попробуешь. Не, жахать пока не надо. Давай проверь. Да. И попробуем поехать. Молодец. Сейчас трос тебе закинем. Ну что, пробуем, смотрим. Ого! Прилично! Все, потихонечку, катись. Чтобы воды, да, не набрать, не запрягнуться. Молодец. Давай, дергать надо. Сразу. Анатолий, давай, подъезжай, вытаскивай его. Сейчас вытащим, подожди. Нет, слишком это. Да, грязь, конечно. Перед у тебя просто провалился. Ну, он упал и все. В салон вода еще не идет? Да вроде нет. А вон бульки уже идут там. Ну, бульки, да, но это вон нет, пороги. Анючая. Да. Ну что, фокус у нас не удался. Вытаскиваем не вас. Ну, сразу видишь, это морды раз. Хорошо, что мы с тобой. С разгона тут эти ступеньки. Вы же меня хрен достанете сейчас. А мы тебя здесь оставим. Ну я так и понял. Пробуем по другой траектории проехать. Ты давай разгон. Да не надо, пусть медленно едет. Вот так вот. Красавчик, красавчик, проехал. Давай, готово. Бабах! Не знаю, брода, не лезьте в воду, ребята. Да, как видите, все
автомобиль присосался и не едет, просто-напросто. Итак, первый у нас пробует Isuzu. Вроде прошли. Кочки по полметра. Заросли плотные. Максим на первой пониженной прям потихонечку попробует проехать. У него клиренс повыше. И потом попробую я. Ты смотри, как легко пошел. У тебя тоже колесо большое, закусывает. Лаптеры ломают. Вот то же самое, колесо зажало, и автомобиль не едет. Тебе только ходом, прям рывком надо. Давай посмотрим. Блять. Не, все, назад. Сюда надо. Давай назад. Заблокировался? Да, заблокировался здесь. Давай, сейчас посмотрим. Кто выбирает? Да, вот она так. Сюда руль сюда. Прямо руль ставь. Прямо, еще правее чуть-чуть. Да в этом все так ехали. Правее. Ну, у тебя же супер Нива. Теперь вправо, нормально проходишь. Давай.
Его проходишь, Виталь. Решил здесь жесткую зарубу. То есть, смотрите, камыши, водичка. То есть назад уже он не выйдет. Бесполезно. Бабанс. Ёлопалы. Ну неплохо. Это вот называется камыши. Мы раньше их поджигали. Я вот сейчас не помню. Ну вот так-то они махрятся. И мы их раньше жгли. Горят. О, смотрите. Далее что? Экскурсия. Я вот сейчас поднимаюсь вверх. То есть вот примерно как это все выглядит. Отлично, отлично. Без проблем. Не вас, навьё. Красота. Мне куда выезжать? Туда выезжать? Так, новый не вас все-таки нашел свои пределы. То есть уже человек поехал домой. Он заехал. Но не доехал. Если раньше времени уезжать домой. Да, ну-ка. Да, здесь вот он. Колесо утонуло. Да, пробовать назад его немножечко. Не, ну не все, надо наклипсы его обратно. Тампер выскочил. Нет. Короче, вот тебе обновка машины твоей. Как ни странно, бампер вот так аж выгнулся и стал на место. Но вот эта штука приклеена сюда. Это она держится болтом. Ну наклей там такой натерп, да? Нет, нет, там. Сюда колеса ровно ставь. Да, давай, пробуй. Нет, он упрется, видишь, упирается. У него и колесо сейчас на подъем пойдет. Ну, попробуй чуть-чуть еще. Стой, назад, дай. Да это что? Если машина не может проехать, мы ей поможем. Лопатами, советами, да? Нет, да давно сгибали, везде же попали. Да давно просто сгибали. У тебя не ну. Нормально, да, на лето попасть. Чуть-чуть порезче, да, стой. Все, прошел. Порезче и выпрыгивай. Из машины. Молодец. Сейчас парков нормально ровненько стал. Прямо на нас выезжай наверх. Дай выбор, как в кедре. Снива дешевле.
красе. Фигня, а не машина, неинтересно с ними. А это вообще... Едем мы в одну деревню. Ну и покажу вам саманные дома, как раньше строились. Кто, может, знает. Вот видите, кирпичики саманные. Солома, глина смешивалась, делались такие кубики. То есть, ну, типа кирпичей ставились, и глиной все замазывалось. Видите, все дерево полностью. Давайте зайдем, посмотрим. Надеюсь, никого не будет. Вот такие вот окна. Все, видите. Здесь дерево. Ну вот, посмотрите. Вот так вот и дома раньше строились. Потолки, то есть деревянный брус, потолок, дерево. Стены набивалась дранка, также накидывалась глиной и белилась, и все. Вот так вот дома и строились, ребят. Здесь уже все обрушилось, ну, видеть можно, то есть все сломалось, хозяев нету, и все, мрут люди, гибнут здания, все гибнет. Ну все, на сегодня покатушки закончились, покатались. Для вас, как могли, показали с возможностью своих автомобилей. Поэтому что, до новых встреч. Всех обнимаем. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока.